как грозно! Соболь с большим трудом противостоит. Родители вас не любили. Папа слишком строгий. Мама всегда на работе. Привет. Я купила продукты в магазине. Не терпится увидеть, что ты приготовишь. Лечу. Попробую тебя удивить. Могли погибнуть. Демоны должны сесть в тюрьму, пока жертв не стало больше. Поймать этого голубя – моя ответственность! Ой, зачем я это сказал? Пора домой, приятель! Питер, ты не поверишь, что случилось. Помнишь адрес, что ты мне дал? Я была там. МДжей. Знаю, знаю. Погоди. Что это? Просто слушай. Вот место, что нашел Пит. У всех огнестрельное оружие. Что это за место? Тот офис. Возможно, внутри есть что-то, связанное с Ли. Нужно вернуться туда. Что? Что это? Какой урод не убрал за собой? Наверняка Хэппи. Мартин Ли платит боссу? Да. Этого зверя мы создали для Ли. Ли финансирует проект. Босс хочет с тобой поговорить. Сейчас.
Нужно проникнуть в тот офис. Что они строят? Это все для Ли? Чуть-чуть. Босс еще не доделал рецепт. Но от нее так клющит. Что там происходит? Вышел. Потихоньку. Для чего нужны эти огромные колеса? Где она? Я же тут ее оставил. Эй, кто-нибудь видел отвертку на 16? Возьмет еще пиво после этой смены. Что это за звук? Что это? Какое-то военное оборудование? Офис должен быть справа от меня, но нужно действовать осторожно. Слушай, а чего босс так настаивает, чтобы на всем подряд стояли GPS-трекеры? Защищает свое ноу-хау. Не хочет, чтобы кто-то узнал про пыльцу. Паранойя какая-то. Заткни пасть! Работай давай! Кажется, это важные бочки. Алхимакс. Знакомая. Что здесь? Босс, не надо! Ли не заметит! Надгробие. Ты прав, Рикс. Не заметит. Потому что нечего будет замечать. О, черт! Я сказал, что исправлю! Ты крепкий парень, Рик. Попробуем тебя сломать. Я разочарован. Мне нужен новый сварщик. Назад пути нет. Нужно проникнуть в тот офис. Ну, давай. Получилось. Это я, пыльцы. Чертежи. БТР. Вот что они создают для Ли. Но для чего ему нужна бронированная машина? Здесь должно быть... Ну вот. GPS-трекеры. Для чего они над гробью? Так, братва, уходим. Забирайте добро из офиса. Мне пора. Ладно, я хочу сказать, больше так не делай, но знаю, что ты все равно сделаешь. Так что... Возьми с собой несколько. Класс. Спасибо. Ты же понимаешь, что над гробью почти что неуязвим? У всех есть свои слабости. Я вот
Без ума от того, что ты там готовишь. Запах дивный. Курица карри. Пусть пока потушится. Ну, хоть не пельмени. Ты ведь никогда мне их не простишь, да? Не-а. Знаменитая пельменная катастрофа. Не могу поверить, что эвакуировали все здание. Ага, еще и в январе. Твои соседи меня ненавидели. Ага, они были счастливы, что мы расстались. Да. Так. Давай обсудим, что ты нашел в офисе Ли. Ну, у Ли явно проблемы с Норманом Осборном. Да, но почему? Пока не знаю. Но его следующий шаг как-то связан с дыханием дьявола. Не знаю, что это. Ага. Попробую узнать. Я тут подумала. Может, нам объединиться? Что, хочешь стать моей помощницей? Типа, девушка-паук? Женщина-паук. Нет. Женщина. Не помощницей. Партнером. А... Только не это! А! Твоя система наблюдения. Взлом в жилом квартале. Чарльз Стэндиш. Хм, звучит знакомо. О! Финдиректор Оскорб. Стой. Ты же не думаешь, что в этом как-то замешан Ли, правда? Прости, что так сбегаю. Ты что, бросил свою одежду на пол в кухне? Куда мне ее лучше? Просто положи на диван. До встречи. Ага. Привет, это я. Карри отличный. Так что мы знаем о Чарльзе Стэндише? Посмотрим. Финансовый директор Оскорб. Больше 20 лет в компании. Не женат. Большая коллекция искусства. И если у него пентхаус в том доме, значит он супербогат. Раз Ли охотится на него, он связан с дыханием дьявола. Я поищу что-нибудь в той папке. Дай знать, как найдешь. Думаю, Ли мог задумать что-то похуже, чем события в ратуше. Так мы теперь партнеры? Потому что очень похоже, что да. Полиции не помешает помощь. За помощь человеку. Свяжитесь с центром. Нам нужен прокурор. Возможно, внутри есть еще. Ждите здесь, парни. Кто-то тут спешил. Человек-паук! Ты ранен? Я да. Но вам нужно скорее найти мистера Стэндиша.
Парни в масках схватили его и силой увели к нему домой. Он живет в пентхаусе, верхний этаж. Ладно, держитесь. Ты слышал? Рад, что вы здесь. Не могу найти свою машину. Готов поклясться, что оставил ее тут. И вы тут работаете? В этом здании к охране парковки относятся очень серьезно. Хорошая драка. Пятерка за старание. Лифт не вариант. Они знают, что я тут. Может, я смогу пробраться по шахте лифта? Похоже, отсюда можно пробраться в пентхаус. Подберусь поближе и вырублю. Ты имя, уйди. Ползаем.
лишнего шума. Высокое здание. Зажигательный? Серьезно? Быстрее! Вот ведь! Нехорошо. Это Стэндиш. Ладно, что теперь? Вводи свой пароль. Он, кажется, нервничает. Стоит вырубить его. А вы так ничего и не поняли. Приберусь перед разговором со Стэндишем. Даже лучше. Кажется, я оторвался. Барабаньки. Ладно, все чисто. Надеюсь, Стэндиш в порядке. Можно было бы заплатить за мою учебу. Еще разок. Теперь порядок. Что они тут забыли? Просто финансовые отчеты. О дыхании дьявола? Как ты об этом узнал? Зачем они им? Я даже не знаю, что это. Мистер Осборн вложил в это кучу денег, но все эти годы держал все в секрете. Я один знаю что-то об этом проекте. Уже нет. Так, они скопировали часть записей на защищенный сервер.
платежную информацию о докторе Айзеке Дилане. Кто он? Честно, не знаю. Пригнись! Давай, давай! Стойте! Этот лифт! Сейчас! Почти достал! Старайтесь падать медленно! Порядок? Да, наверное. А, да. Знаете, для шахты лифта здесь очень даже мило. Привет, Юрий. Ты в порядке? Да. Но я ничего не успел узнать, как пришли парни из Соболя и велели сваливать. В чем дело? Мне кажется, они просто хотят заткнуть ему рот. Потому что он в курсе про дыхание дьявола. Точно. Что бы за хрень это ни была. Я, кажется, как раз нашел рабочую зацепку. Зацепку? Копом себя возомнил? Имеешь в виду... Копом-пауком? А, Юрий? Ну ладно. Питер, что там со Стэндишем? Порядок. Ладно, здорово. А демоны? Они искали имя. Ручка близко? Да, диктуй. Доктор Айзек Дилани. Ладно. Кто он? Причем тут он? Я надеялся, ты мне скажешь! Я займусь. Дай лишь время. Да, кстати, ты оставил у меня тот трекер. Я завезу его в лабораторию доктора Октавиуса. Сообщу, как найду что-нибудь о Дилане.